Привет! Где только не побывала деревенька на минувшей неделе. Мы и дожинки в Мышковичах отпраздновали, и за ходом полевых работ следили, и так все по порядку. Зимой у нас выходные, а лето, работа, весна, работа, осень, работа, все время работа. Финальный аккорд областных дожинок. Хлеборобы делятся секретами успеха нынешней уборочной, а гости от души веселятся на празднике урожая. Есть большая ошибка, которую допускают картофелеводы. Отбирают картофель прямо из кучи. Вот собрали все и оттуда отбирают то, что называют семенкой. Научный подход в картофелеводстве. Как вырастить первоклассный картофель? Советы от ученых. Самое первое я вышивала девочка платочки. Обвязывала их кругом всякими нитями. Слушаем интересные истории Зинаиды Студневой, любуемся вышиванками и угощаемся свойским сальцем да помидорками. Областные дожинки сыграли свой финальный аккорд. Праздник прошел в агрогородке Мышковичи Кировского района. Лучшие хлеборобы получили заслуженные награды и благодарность. Ну а гости праздника – море положительных эмоций и веселья. Мы славно поработали, но отдыхать пока рано. Земля не может ждать, говорят участники праздника. Зимой у нас выходные, а лето – работа, весна – работа, осень – работа. Все время работаем. Такой настрой царил на фестивале-ярмарке тружеников села Дожинки-2014 в Мышковичах. Праздник урожая в новом формате проходил впервые. Каравай хлеборобов Могилевщины впечатляет. Почти 1 400 000 тонн зерна. Они трудились от рассвета до заката. Три экипажа преодолели 5000-й рубеж на молота. А дуэт Вячеслава Карповича и Николая Рябцева отмолотил и вовсе больше 6 500 тонн. Рано вставали, поздно ложились, работали, старались и добились. Губернатор Могилевщины отметил, если таких экипажей будет не 3, а 23, то получим заветные 1,5 миллиона и даже больше. Награды за победу соответствующие новые автомобили. Как будут делить, хлеборобы пока решают. А вот как потратить заработанные деньги – вопрос уже решенный. Жене отдам. Все? Все. Хлеборобы потрудились на славу. Каждый из них зернышко к зернышку собирал областной и общий республиканский каравай. Но своими результатами не кичатся. Говорят, небесная канцелярия не капризничала, да и сам хлебушек радовался этому. Благодаря погоде, вот, и, наверное, урожайность вовремя убрали. Я думаю, что то и другое. Губернатор добавляет, поспособствовали и новые аграрные технологии, которые внедряются в регионе. Как пример, президентское поле. 308 гектаров. 3016 тонн намолота, которые в этом году были. Значит, умеем. На отдельных полях, правда, под пристальным оком президента страны, но почти 100 центнеров получили, а зимой тритикали. По труду и праздник. Скучать не было ни желания, ни возможности. Песни, пляски и, конечно же, праздник живота. Благо, щедрот земли Могилевской и хлебосольных хозяев было более чем. Настроение шикарное, очень хорошо, очень понравилось все. Очень интересно, очень все активно. Здорово. Красиво, все, да. Аккуратненько, вообще шикарно. Спасибо. Все по-настоящему. Праздник, хорошее настроение, много гостей из разных стран приехало к нам. Как тебе праздник? Понравилось? Да. А что понравилось больше всего? Игрушки. Хлеборобов чествовали, они заслужили это. Благодаря этим людям Могилевщина нынче с большим хлебом. Не менее активно дожинковская жизнь развернулась и за пределами официальной части мероприятия. Весь день на мышковичских улицах работали сельские подворья. Мастера презентовали свои лучшие работы, а районы хвастали не только богатым урожаем, но и делились секретами хорошего настроения. И деревенька там была и погуляла от души. Это жизнь, это жизнь, это жизнь. А жизнь за что любите? А жизнь люблю за любовь.
Те, кто любит жизнь и родную землю, точно знает, как нужно работать и уж точно поделится рецептом хорошего отдыха. Ведь дожинки – повод поблагодарить за урожай не только на колхозных полях, но и за тот, что своими руками собирали в родной деревне. У меня бабушка, ей сейчас вот 89 лет, и я с ней жала пшеницу серпом. Было такое в детстве. Тяжело было маленькой девочке? Ну почему маленькой? Я уже не маленькая была, мне было лет 12. Для вас хлеб это что? Ну для нас хлеб это, естественно, наше все, наш кормилец. Любим землю, любим деревню и хлеб любим. Поэтому такие на хлебушки и выросли. Что нужно, чтобы хлеб родился? Трудиться честно, совестно и добросовестно. Но главное в любом празднике не быть сторонним наблюдателем, а рваться в бой. Корреспонденты деревеньки присоединились к делу. Самовар 1870 года. Покасайте туда. Сюда? Да. Я вот прямо, да? Ну вот, то, что я. Да, да, да. Теперь. Теперь берем сапог. Одеваем голенище. И пытаемся. Вот так? Да. Создать давление. Ой, мамочка, он не взорвется? Нет, ни в коем случае. Вот здесь вот представлен мед с первого цветения, сады дуванчик рапс. Он мягкий, крем-мед считается, нежная, соловитная консистенция, очень полезная, гипоаллергенная считается мед. Пчелы приехали с вами, скажите? Пчелы прилетели. Местные пчелы, которые здесь находятся, они очень чуткие, сейчас нету взятка, поэтому они слетаются с радиуса 5 километров. То есть это все пришельцы? Местных пчеловодов, да, кто держит поблизости пасеку, они все слетают. В Мышковище на праздник аграрии съехались не только сами сельчане, но и горожане, потребители аграрных благ. Много молодежи, много семей. Из Бобруйска приехали отдохнуть, посмотреть, что как, по новостям увидели. Ну вот как-то спонтанно. Что вас связывает вообще с селом? Связывает ли? Ну, связывает все лето, ну, каждое лето здесь в деревне провел. Ну, так особо у нас, ну, картошку. Бабушки в огороде помогали? Да, помогал. Что делали? Ну, там были больше поливка, тяжелая, то, что он так особо, ну, не копался в огороде. Что пожелаете тем, кто собирал хлеб? Конечно же, пожелаем, чтобы техника их никогда не ломалась, чтобы все время были прекрасные солнечные дни, меньше было дождей, гроз, была хорошая погода и, самое главное, урожай. Чтобы он был, чтобы его было кому собирать и на чем собирать. Финалом праздника стал не по-деревенски богатый концерт звезд областной филармонии и фейерверк, задав тем самым тон дожинок в новом формате. Чего невозможно представить настоящего белоруса, так это без картофеля. Сентябрь на дворе, время уборки второго хлеба. Деревенька выведала картофельные премудрости у ученых из Белорусской государственной сельхозакадемии и готова поделиться с вами. Неизвестно, что больше понравилось студентам – сидеть за партой или собирать картофель на опытном поле Белорусской государственной сельхозакадемии. Хорошее настроение, погода отличная. Работа идет. А картошку любите? Естественно, ведь это наша основная культура. Приезжаем сюда в 8:30 примерно, рабочий день около 5 часов. Сегодня выполним приличный объем работы. И на ужин картофель. И на ужин картофель. Картофель на этом поле хоть куда. Не просто культура, экспериментальный материал. Впрочем, даже любитель может получить на своем участке качественный урожай, если грамотно отберет картофель на семена. Есть большая ошибка, которую допускают картофелеводы. Отбирают картофель прямо из кучи. Вот собрали все и оттуда отбирают то, что называют семенкой. Но семенка, она может быть небольшая, она может быть от урожайного куста, она может быть от такого куста,
который на будущий год даст предельно низкий урожай. Поэтому отбирать надо не отдельные клубни, как бы они вам не понравились, отбирать надо растения. Ученые советуют еще летом отметить крепкие кусты картофеля, которые вам понравились. Осенью выкопайте их первыми и посмотрите, как выглядят клубни. Если они выровненные, здоровые, этот картофель можно брать на семена. И еще один момент. Периодически меняйте семена, чтобы урожай был хорошим. Потому что семенной материал все-таки он устаревает качество картофеля. Нужно хотя бы через 2-3 года обязательно делать замену картофеля. Хорошо, если будет покупать суперэлиту, дачник, элита. Она 3 года стабильно дает высокие урожаи. Покупайте картофель только в проверенных местах, например, в питомниках или в той же сельхозакадемии. Есть хорошие белорусские сорта. Среди них один из наиболее лучших – это крыница, среднеспелый сорт картофеля. Под клубнем у нас где-то до 18 картофель можно найти. Также очень хороший сорт веснянка. Это поздний сорт. Хорошая лёжкость отличается, содержанием крахмала до 19%. Картофель важно не только собрать или приобрести, но еще и сохранить. И деревенька знает как. Картофель нельзя закладывать сразу после уборки на хранение и охлаждать. Необходимо выдержать картофель 1-2 недели при температуре примерно плюс 15, плюс 20 градусов. В это время происходит залечивание механических повреждений на клубнях, если есть они, например, да. Проявляются болезни клубни, и потом это позволяет отбраковать больные клубни при последующей переборке. Немного старания, терпения, и ваш урожай картофеля будет самым-самым. В деревеньке Новая Слобода Славгородского района мы были проездом и все же не могли не заглянуть на огонек к Зинаиде Студневой. Наволочки, простыни, занавески – все в этом доме вышито руками гостеприимной хозяйки. Погода в тот день стояла солнечная. Кажется, все в Новой Слободе радовалось сентябрю. И люди, и домашняя живность, и даже дома. Вот этот симпатичный домик деревенька заприметила сразу. И красота у него не только внешняя, но и внутренняя. А все благодаря золотым рукам хозяйки дома Зинаиды Николаевны Студневой. Ой, начали я заниматься, дети, коли стала в школу ходить. Мама шила, вышивала. Ткали, и ткала. О, красный. Ну, конечно, сама не заряжала, а по мамину готовли. Я залазила, мама меня учила. И в 6 не то, и в 4 не ты. Рукоделие в то время было не просто увлечением, но и способом как-то разнообразить свой гардероб. Выбор ведь был не такой, как нынче. Потому что не было ничего нигде взять. Все свое было. Что пошить, что мама шила же рубашки и брюки. Самое первое я вышивала девочка платочки. Обвязывала их кругом всякими нитями. Платочки до сей поры не сохранились, и все же вышиванки у Зинаиды Николаевны повсюду. Вот вышитые наволочки, вот покрывала, а вот рушники. Что вдохновляет? Природа. Вокруг ведь столько красивых цветов. А не так давно умелица начала вышивать иконы. Вышивала, но не знаю. Но знаю, что это все божественные иконы. Деревеньку хозяюшка подчивает свойскими угощениями, накрытыми рушником, как водится в деревеньках, вышитым еще мамой. Ну, ходите, дорогие мои, любимые, ходите к столу, ходите, что тут у меня есть. Но самое главное теперь – закуска – сало. С прожвеку веков. А еще Зинаида Николаевна познакомила нас со своим домашним любимцем. Ведь без кота, как говорится, и жизнь не та, особенно в деревеньках. Пока мы беседовали с хозяюшкой, усатый сладко урчал на руках у хозяйки. Котик Мурка. Мурочка, где ты? Мурочка. И все, вот и кот с нами. Я пойду полоть, куда и он со мной.
Я бульбу чищу, и он со мной. И никуда от меня. А вышивает тоже ведь? И он будет сидеть листом. Вот так и живут они, хоть вдвоем, да не в тоске. Коли надо, вместе поработают, а после и песню заведут. Ой, вечер вечерея, колышется трава. Ой, вечер вечерея, колышется трава. Вот и все на сегодня. Всем романтичного осеннего настроения, прозрачного сентябрьского неба и музыкального шелеста листвы под ногами. Ваша деревенька.